Надо посмотреть. Представляешь, между двумя лежит женами, да? Да, родина. Сводная. Родные. Сводные, сводные сестры. Да. Родные. Сводные. Сколько месяцев умерла? Лет сколько? А сестра 2 годика. Годик, 2 годика. Примерно. Пока. Московская область, Курковский район. Да, здесь было, здесь я работала, здесь все же Юлиад. Да. Плачет пьяный или наколото, непонятно. Ой, умерла, ты умерла, трясет ее. А в бюстгальтере в трусах выкинул на улицу на мороз. И все это снимал. Кошмар. Но это уже как фашист. Thank you.
Конечно, она будет смотреть больше глухонемых, да, понимает. Так как-то у него, он думал, что у него украли машину. Миша. А на самом деле. Миша? Да, да. На самом деле увезли ее на стоянку. И он расстроился, стал заявлять в милицию, Сашу подключил. Ну, мы тоже положили все фотографии. Вот клуб, скажи, здесь ты работал очень долго главой волости. Еще мама была жива, когда давно. Поэтому колхоза. Субтитры сделал DimaTorzok.
Территория роза там не, у них. Не Толя, а это. Машина стоит на лагоне Санкт-Петербург. А я там учился в Печорах. Вот, я в Питере живу. И к нему. Черная машина? Да. Ну и это. Понял. Сколько времени? Двух часов не было. И где вы были? На одном кладбище, на другом кладбище. Он все фотографирует. Это фотографировал этот памятник, вот где погибшие тут эти. Почту фотографировал, сельский совет, и он все объясняет. Он все объясняет, что это, сколько лет, что и как. Надо кататься. А я учился в Лазареве. Слушай, ты хоть выйди, а она с той стороны. А ты там? Вот, знаешь, это вообще. Он же режиссер, он пишет фильмы, кстати. У него очень много фильмов вышло. Я говорю, он же режиссер, у него очень много фильмов вышло. Это бы аниме. Мы вообще здесь умирали, смотрим, умираем. Как она говорит? Печорского района. Да, по Волгости. Еще мама была жива когда давно. Молочник, молочная душа. Видите, надо было бы утром. Надо было позвонить утром. Надо было... Все, снимай свои усы. Надо, она в поле. Она уже берут молоко. Или, смотри, 1 литр. Ну, может, побольше. 6, ну, может, 2. В 6 вечера приедешь? Поздно. Ой, говорю, поздно. Ну ладно. Идите. Потом. Все, спасибо. Спасибо.
Был этот Натета, как называется? Тимофеич или кто-то здесь тоже вот в этом доме. Не Тимофеич, нет. Не сюда приезжают из Санкт-Петербурга. Здесь же, ну, ты знаешь. А? Мама машину еще у них покупала швейную. Т-т-т-т. Ну, не знаю. Треды знаешь ты. Конечно. Дорого стоит. Да. Я знаю, что он покупал все. Дали себе. Почему? А, потому что он же там они озвучивали. Опять кто-то не пристегнулся. А? Не пристегнулся опять кто-то. Но она фотографирует. Там не найдешь, да? Не-не-не, там не чернозем, куда попасть. Толя хорошее нашел место, вот это лиственное. Это очень хороший перегной. Все, сколько денег сейчас вбухано? Там курятник построен. Вот, сказать, курятник построен. Столько денег вбухано. А вы уехали. Угу. Значит, катушки не копали. Просто спросили. Здесь не найдешь ты. Вот с этой избинины с Максимом. Вечно темно, такие деревья здесь. Пожалели денег спилить с вышкой. 07. Стоп. Стоп. 05. 05. Стоп. Стоп. Нет, Валя, потому что у нас у Людки у нас разные линии. Правда? Если бы у нас на линии было бы, тогда бы да. У Людки был бы свет. А может кто-то в этом самом, вот где у нас тут? Это главная тут точка. Точка у нас там, мы проехали. А тут грибов нет, у нас синий. Оля ходит туда. Ходит, да? Видишь, как красиво заборчик покрашен, отделяется дом, да? Да, а как бы, а Толя не хотел. Ой, Миша, выпусти. Где мои хорошие, тот, когда ты птичка песенки поет. Это птичка песенки поет. Вот это птичка. Где? Вот. Нет, вот здесь. Вот где. Вот здесь. Вот здесь. Вот здесь. Вот здесь. Вот здесь.
Ах.